Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня мы делаем первый взгляд на игру под названием The Swapper. Это, видимо, какая-то инди-игра, сделаю студию Facepalm, я успел вроде записать. Это, так, сделаем потише звучок. Так, Sense, субтитры, фуллскрин. А, давайте сделаем субтитры. ФП, нет. Ой-ей. Погнали. Вот такое вот меню, на самом деле очень приятное меню, знаете, оно как-то не очень раздражает. Такое классненькое. Ладно, давайте начнем, не будем томить всякими этим меню. И так, желтый свет. Какой-то кусок камня и земля. Ну, как я понимаю, это что-то вроде Солнечной системы или нет? Вот. Вроде. Да, типа, блин, меня сейчас тошнит, он так крутится. Please stop. Окей, вот у нас какая-то непонятная штуковина. Исследовательская станция Тесиус, планета Чори-5. О, да. Так, что у нас тут? Пацан такой, нет, помогите, нет, нет. Типа спасательная капсула запускается через ноль. Вот она летит такая. Вот такая, в принципе, игра, она двухмерная, то есть... вот. Ну, вы видите, да? The Swapper. Как я и говорил. Вообще, swap это вроде меняться, то есть, либо это меняльщик, либо я чего-то не знаю. Вот. Так, окей, вот у нас сейчас мы такие приземляемся. Может быть, сейчас начнется игра, а может и нет. Но я рассчитываю, что да. Давай скипнуть нельзя, нет? Нет, нельзя. А, ладно, все равно уже игра начинается. Вот, мы упали. На какую-то планету. Не помню, как она называется, так говорилось. Можете перемотать назад, но я забыл. Итак, вот наш человечек, короче. Очень офигительно просто здесь графика, на самом деле. Для какой-то двухмерной пазл игры графика просто роскошная. Ну, я считаю, что вы просто посмотрите. Это реально круто. Так, тут какая-то штуковина стоит, то есть... Ай, спокойно. Wait to jump, hold wait to jump high. А, понятно, окей. Так. Темно. Move the mouse to look around. Ага. Я вообще, на самом деле я не уверен, что вы хоть что-то видите вообще. Это будет очень странное видео. Почти лимба. Ну да, это очень похоже на лимба на самом деле. Какой-то человечек. Какой-то свет. Наверное, это чекпоинт. Что это? Ах, это лифт. Ок. Ну, короче, ей это взаимодействие, тут все ясно, в принципе. Ох, как светло. Сайт 24. Ок. Так. Go to display the map. Вау, Ань, такая крутая карта, слушайте. Да, он там что-то говорит, мне неинтересно. Вроде. Отлично, провел, тоже можно прыгать. Оу, щит. Как эту штуку достать? Я уверен, там что-то интересно. А, ладно, пофиг. Магазина телепорт. Типа я могу идти туда. Окей. Я не знаю, где. Бежим, 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 бежим. Не знаю, зачем бежать, но почему бы и нет. Ух ты, что-то лежит. Вау, а что это такое? Что это? Ага. Ой. Try holding and releasing right mouse button. А, ладно. Это очень интересная штука, но я пока не представляю, как ее можно использовать. Хотя я вполне представляю. Ее можно использовать. Мне это напоминает, в какой-то игре, по-моему, так двигается медведь, типа он двигается параллельно тебе. Так, вот так вот. Пацан, а теперь слезай, короче. А, или нет. Ладно, оставим тебя там. Как хочешь. Ну, ладно, я просрал человечек. Physical contact. Ага, ну это понятно, да. Нужно дотронуться до своего клона, чтобы его как бы... Так, окей, давайте сначала его запустим вот сюда. Теперь откроем его вот так. Оп, теперь подпрыгнем. Так, теперь успешно.
Как я понимаю, у меня осталось всего два клона. А, нет, здесь... тут, короче, на каждом уровне как бы возобновляется количество человечков. Вот. И теперь их можно... вот эти штуки, видимо, восстанавливают моих клонов. Понятно, это что за... терминал памяти. Окей, я просто нажал на F, что у меня нет времени. Что-то там радио available, ну да. Окей, поехали. Так. Статик. Вот и телепорт. Так, что там? Интересно, а если я человечка так отправлю? А, я нифига. Воу. Упал, ну ладно. Так. Идем сюда. Что у нас есть? Я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу, что спереди меня, но... какая-то штука есть. Create a clone, swap to it. Вау! Вообще четко, смотрите, я такой хоп и... эпик. Ну все, теперь вообще весь мир мой, короче. Если бы в жизни была такая хреновина, я бы дома не сидел, я бы сидел на улице. Вот. Эпик. Так, clones can be created inside the blue light. То есть вот там вот я не могу создать клона, да? Понятно. Оу, щит. Угу. Так, нет, стой здесь, так. Эй, всех обманул. Так, ладно, я не уверен на самом деле, что я прошлое испытание прошел правильно, но... Nice block swap race. Чё? Какие-то, видимо, swap race. Окей. Блин, пацан. Он умер. Он просто свалился с большой высоты. Пацан, давай, генерируй всего там. А я такой, оп, и такой... А, да. Бла-бла-бла, я что-то там не могу, я не хочу это все читать, я просто хочу поиграть в эту игру, потому что она замечательная. На мой взгляд, хорошая инди-игра. Так. Бежим. Жалко, нету кого-нибудь подкатывать. Да-да-да-да. Понятно. Это совсем не похоже на какой-то Space Station, чтобы ты знал. Интересно, тут будут противники? Хотя лучше бы нет. Что я боюсь. Так, там типа копалка. Закрытая копалка. Ладно, тогда мы пойдем в телепорт. И, видимо, вот это телепорт. Да что? Телепорт офлайн. Ок, идем туда. Так, что у нас здесь? Интеракт с этой штукой. Да-да. Ох, щит. Jesus, окей. Так, когда я стою здесь, что-то происходит? Я не думаю. Как-то мне надо попасть вот туда, видимо. А, блин, это ж красные лучи, точно. Совсем забыл. Надеюсь, что так можно, короче. Ну окей, теперь у нас есть один орб какой-то, который, видимо, запускает вот эту штуку. И давайте активируем тогда. Но двигается все такое, двигается. О, какой эпик, эпик. Я, пожалуй, постою здесь. Ух ты, смотрите, как я много исследовал, короче. Прям до хрена. Ладно, давайте в телепорт, короче. Или нет? Ужу. Телепорт сломался. Блять, теперь я тут навсегда, наверное. Смотрите, какая-то штуковина. Видимо, это газ течет. Ладно, пойдемте туда. Отправление. Добро пожаловать на Space Station. Окей. Вот это уже больше похоже на Space Station вообще. О, кусок камня. Привет. Привет. Привет, окей. Со мной камень здоровается, что ли? Понятно. Окей, идем дальше. Нам некогда смотреть на камень.
Ага, это какой-то другой телепорт или это тот же? Нет, это какой-то другой телепорт. Камера сейчас вообще неудобно расположена, но щит опа делать. Над нами, как видите, дофигища всяких штуковин. Какая-то штука дует вон там вот. Ну, дует. Я что-то слышу, мне это не нравится. Окей. Я вызвал лифт, но... Да, я вызвал лифт. Вот. Уи, такие быстрые лифты тут, короче. А, игра тормозит, когда я пытаюсь что-то сделать. Ага, ебать клонов, это так круто. Берешь такой, блядь, он сам, он. Ладно. Что-то говорящие камни меня немного раздражают. Ангар. Вроде бы фэнсинг. О, ну я же отвечаю, лимба. Настоящий лимба. What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, please, no. Нет. Окей, я просто испугался этого дыма, потому что это, по идее, газ, типа. Ой, что-то у меня все мыльное такое. Прям вообще. Ага. Окей, давайте сходим туда. Ага. Вот так вот. Я не знаю, куда я пошел, но, может быть, что-то интересное, двигающиеся камни. Опять этот пацан. Приходится со мной разговаривать. О, чертовы камни со мной разговаривают. Не трогайте меня. Я чувствую себя каким-то укурышем, блядь. Привет, камень, what's up? I'm fine, thanks. Так, окей, я, в принципе, могу вот туда вот сгенерировать пацана и свапнуться с ним, и потом вот сюда, вот там вот сделать тоже пацана. И походить им, типа. Потом подобрать тут хреновину и свапнуться с ним. Вот так вот. О, так, есть такая штука, короче. Мы, типа, поговорили с этой хреновиной. Так, и теперь мы можем идти вон туда, активировать там какую-то штуковину, вот эту вот. Вот эту вот. О, все отлично. Теперь мы едем назад в лифтике такие. Воп-воп-воп. Так. Весьма интересная игра, знаете. Я бы даже, наверное, сделал не прохождение, если бы я не был ленивой задницей, которой лень проходить игры. Ибо, не знаю, я с Карим по... Ах, я не думал! Да, я не думал, нет. Так. Окей, это было читерство, наверное, но... I don't care much about it. Ух ты, здесь зарядил. What the fuck? Человечек. Пацан, стой. Подожди, вот здесь какая-то штука есть. Здесь, как я понял, нужно еще 4 орба. 4. 4 орба. Ну что ж, это много, окей, сейчас найдем, сейчас найдем. Едем вниз, едем вниз, едем вниз, едем вниз, едем, 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 едем. Ну, какие заросли. Ну, что сказал? Ладно, идем туда. О, нет, говорящий камень, что ты мне скажешь на этот раз? Да иди ты нахер. Какая классная музыка. Окей, у меня нарисована стрелка вверх, но я... Нет, спасибо. Не представляю возможным. Чекпоинт? Ну или нет? Окей, я понимаю, что здесь надо сделать, но это пипец, на самом деле. Блин, по-моему, это делается не так. Но я еще раз попробую сейчас, подождите. Так. Оу. Оу, крэп. Крэп. Так, окей. Может быть, здесь реально надо продемонстрировать супер ловкость рук? Блять. Нет, что-то мне кажется, я не так делаю, на самом деле. Ух ты. Прикольно. Так, ладно. Попытка номер два. Я не знаю точно, что мне на самом деле надо сделать. М-м-м.
Нет, я все равно умираю здесь. Так. Что-то еще есть, может, что-то. Ну, здесь точно вот такая, как бы, такой алгоритм действия должен быть. Нет, он расшибается в лепешку. Даже не знаю. Может попробовать угробить всех клонов разом. Окей, этих пацанов просто убивают. Я не знаю, как попасть вон туда. Быть может, мне что-то еще не хватает здесь, как бы. Ладно, последняя попытка, и пойдем в какое-нибудь другое место, наверное. Да, нахер. Так, окей, теперь посмотрим по карте, куда я еще могу пойти. Вот сюда я могу пойти. И вот сюда я могу пойти, но я не знаю, как туда попасть. О, смотрите, здесь такая беспалевная хреновина, типа. Ну... Ладно. Так, окей, вот тут беспалевная хреновина. Вот она. Окей, пацан умер. Так, ладно. Как сюда попасть, интересно? Ну, наверное, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Давай. Фу, это было вообще жестоко. Но я как понимаю, так это и делается, собственно. Я так могу быстро передвигаться, кстати. Ой, блядь. Ну или нет. Так. Эй. Блин. Здесь эпик слоумо получается. Просто эпик. Well, shit. Блин. Серьезно, хрен знает, что сделать. Ай. Окей. Как-то здесь очень запутано прям. Так, если я сюда нажимаю, они поднимаются, в принципе, с одинаковой скоростью. Так, вот они вот здесь пересекаются. Ну и что? Теперь. Ну, нет, здесь никак не успеть просто выстрелить, как. Нет. А, подождите-ка. Блять, блять. Нет. Быстрее, давай, блядь. Ну, в общем, я понял, как это делается, чай, все. Все замочу, короче. Это мы так мотаем, типа, пока эта херня открывается. Ебейба. Фу, это было офигительно, знаете ли. Так, окей. Теперь мы как надо спуститься, короче. Но знаете что, если бы не слоумо, то я бы уже проиграл. Ладно, давайте попробуем сделать вот это еще раз. Так. Придурок. Блять, не попал. Так. Нет, я просто не попал, пацан. Я очень косой. Очень косой. Вы можете знать про это. Сказал по снайперу, как бы. Да я дико газой, пацан. Вообще, пацан. Я это сделал. Блин, да ладно! Ну ладно. Да блин. Вот так.
Like a boss, motherfucker. Так, окей, давайте посмотрим, что здесь. А, тут, по-моему, ничего нет. Но я умер все равно. Эпик. Так, окей, здесь в этих штуках ничего, я как понимаю, нету. Давайте посмотрим на карту. У меня 4 орбы, тут надо 6. Тогда нам нужно... Лифт. Нам сейчас нужно, короче, вот сюда вот попасть. Сюда. И вот туда еще можно. Так, окей, давайте туда. А, блин, слоумо умер. Я не хочу ехать на лифте, давай быстрее. Блин, нет. Ау. Ау, щит. Не, просто на лифте это реально слишком долго. Пацаны, давайте вы умрете сейчас все, короче. О, точно, штука ж убивает. Отлично. Так, что здесь зеленое все такое прям? Прям зеленое. Гринхаус, типа. Ох ты, там что-то есть. Да-да-да. Диалоговое окно. Так, что у нас тут? Тут кнопочка. Пыц. О, серьезно? Ах, ребят, позор. Ага, точно. О, вот пацан умер. А, потому что я стою на этой штуке. Так. А, да, там тоже какая-то кнопка есть. Ага. Так, то есть, когда я еще вот сюда сделаю, то оно вообще отключится. Понятно. Пам-пам-пам-пам-пам. Окей, 5, и я сейчас найду еще одну такую штуку, и на этом, наверное, либо с первый взгляд, либо первая серия, в зависимости от того, как у меня пойдет дальше, оно закончится. Так, где я сейчас нахожусь? Ага, понятно. Блядь, сейчас, подождите, я должен это сделать, типа, такой... 360, такой... Так, что за херня? Видимо, что-то не получается. Окей, пробуем так. А, блядь, сначала что-то надо поставить, точно. Ай, блядь. О, получилось. Да, детка. Так, окей, теперь мне нужно... Оу, щи. Теперь мне нужно вон туда, как бы. А, вот. Так, успех и... Вот сюда, вот. Да, без мини-карты тут было бы, конечно, очень туго. А, ты. Нет. Ставься, блядь. Вот так. Отлично, так. Прекрасно. Да. Так, подождите. Так. А, ничего не изменилось, в принципе. Просто, может, там еще что-то есть? Нет, больше ничего нет. Так, надо как-то... Активировать... А, вот туда я не могу запрашиваться, как бы, да? Меня блокирует вот это красненькое. Красненькая выключается кнопкой вон там. Ну, по-моему, здесь мне нужно как минимум 2 ящика, чтобы это сделать.
А, окей, понял. Так, мы берем этого пацана. Так, блин, нет. Берем этого пацана, берем этого пацана, разворачиваемся аккуратненько, берем эту хрень, двигаем сюда. Все, теперь пацан тут никогда не убежит. Мы делаем вот так, он нажимает на вот эту кнопочку, я вот так вот делаю, такой хоп-хоп, все готово. И теперь мы вот так и вот так. На самом деле это довольно-таки простая игра, я вам скажу. Здесь не такие головоломистые головоломки, как в некоторых играх. Блин. Окей. Человечек не ставится. А, потому что все синее, блядь, окей. Почему-то все синее. Это же специально шпиалифт вызывал, да? Если я не хочу на лифте кататься, я не хочу кататься на лифте. Серьезно, смотрите, почему здесь все посинело? Окей, теперь мы сможем открыть дверь, и на этом мы, пожалуй, приостановимся немного. Эпик. Ух ты, да все задвигалось такое. Ух ты. Так, нам открылось, по идее, вот это. Ну, судя по карте. Ладно, может, сейчас откроется. А, вот там что-то еще одна дверь. Окей. Ну все, на этом я, как и обещал, мы закончим. До свидания, с вами был Суслик. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока.